Здравствуйте, дорогие друзья. Значит, последняя часть по профилактике магнитолы Hitachi TRK 3/5. Значит, магнитола была приобретена моим другом с помощью меня, и я ее сделал профилактику. Значит, в ней, так скажем, все мойка полностью с полной разборкой, чистка, полировка, значит, чистка клавиш, ползунковых, значит, потенциометров, кнопок, смазка. Вот. И, в общем, вот такой вот красавчик получился. Был пыльненький, грязненький, а стал красавчик. Вот. Значит, магнитола японская. Бывают магнитолы, значит, сингапурские, там, тайваньские, я не знаю. Но это чисто японская магнитола. Значит, здесь есть два кассетника. Есть, значит, 88 на 108 FM диапазон радио. Значит, эквалайзер. Значит, вход на микрофон, на выход на наушники, AUX с той стороны. Значит, управление звуком на левый и на правый канал. Функционал CD, тейп, радио, лейд-ин. Значит, кнопка на ускоренную запись. Тейп 1, тейп 2, разные пленки. Кнопка REC MUD. Вот. Ну, в общем, вот такой красавец. Вот такой красавчик. Значит, вот здесь была ржавчина. Значит, вот здесь кусочек я... И, значит, вот этот зашкурил ровненько, загрунтовал, покрасил. Вот, в общем, неплохо получилось. Даже очень. Так, а правая колонка осталась та же. Родная. Ну, они малоотличимые. Значит, сейчас я вам включу кассетник. Play. Так, левый. Так, правый. Оба. Так. Так, кнопочка пауза. И, значит, оп. На другую сторону. Так, я по поверхности. Теперь я вам включу правый кассетник. Play. Так, перемоточка. Вот так перематывается. В другую сторону. Так. Перевернем. Так, все, не будем больше дразнить YouTube, его искусственный интеллект. Данная магнитола куплена у хорошего продавца города Ульяновск, Константина. Значит, моим другом я покупал от своего друга, значит, его коллекцию, ему сделал профилактику. Вот такая получилась красотка.
Друга моего зовут Илья. Значит, скоро тоже будет записывать ролики. Хорошего вам настроения. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Оставляйте комментарии. Буду рад ответить вам на ваши вопросы, если они будут. Так, вот такая красотка. Спасибо за внимание.